встретимся в Берлине. И через несколько дней у нас свадьба. Стена разделяла не просто город, она разделяла два государства. Она говорит, что сосиски из... Вообще невкусно. Как только поднимается солнце, на телебашне образуется крест. Немцы вызывают большое уважение. А сейчас мы едем в одно из самых опаснейших мест Берлина. Этот район очень опасный. You can get drugs if you want. Что можно у тебя купить? А? Из наркотиков. Немножко, конечно, похоже на комнату сумасшедшего, да? Мы пришли сдавать бутылку. Опа! Самый необычный зал Берлина. Походу, наш трип закончился. Трабант, друзья. Немецкий автопром послевоенных лет задумывался как народный автомобиль, но так и остался дефицитным. Как вы уже поняли, мы находимся в Берлине, а впереди нас ждут несколько дней увлекательного путешествия и приключений. Поехали кататься! Представьте себе ситуацию. На дворе 61-й год, и через несколько дней у нас свадьба. Подготовка идет полным ходом, платье висит в ожидании торжества, а мой дом, который находится в западной части Берлина, просто стоит на ушах. Но в моем доме, который находится в восточной части Берлина, идет полным ходом приготовление пышного стола. Но свадьбы не будет. Такая ситуация действительно была в реальной жизни в 61-м году, да и вообще в течение 28 лет, пока стояла эта стена, она, конечно, погубила много жизней и судеб. Вы только представьте себе, просыпаетесь вы утром и понимаете, что вы не можете пойти в соседний дом к своей любимой подруге, потому что вас разделяет огромная стена. Стена разделяла не просто город, она разделяла два государства, и причем были разделены трамвайные пути, станции метро, разделяли, по сути, два мира, капиталистический и коммунистический. Стена на самом деле является памятником ужаснейшего отношения государства к обществу, когда сказано вот так, делайте вот так, то есть никакой свободы выбора. Ну а выбор появился в 89-м году, когда она пала. И когда я родился. В Узбекистане вы пали в самый дождливый день в году, а в Берлине в самый жаркий день в году. 41, ребят, это вообще что такое? Выживаем. Каривурст, каривурст, каривурст. Катерина Сергеевна, hello. О, господи, они такие... Блин, они такие жирные. Они такие жирные. И они такие сосисочные. Но мы не можем не попробовать. Нет, мы должны попробовать в любом случае, чтобы хотя бы просто вам рассказать, как это все... Исключительно ради вас. Мы сейчас попробуем самую любимую еду всех немцев. Это сосиска. Она говорит, что сосиски из... Нам две. Окей. Это какой-то трэш. О боже! Ребят, это достойно лайков. Вот ставьте немедленно это лайк, ставьте, жестко. Потому что мы сейчас это будем... Жестко. В общем, у меня это карри-вурст, сосиска в карри. Это вот немецкое блюдо. Один из любимейших деликатесов. Катерина Сергеевна, я пошел. Давай. Это вообще невкусно. Женщина в 49-м году старалась, патентовала рецепт, придумывала это все. И немцы, между прочим, очень зашло. Они, видишь, насколько все это распространилось, и все стали есть эти самые сосиски. Как там в пословице, что немцу хорошо, то русскому смерть? Походу, да. Ну, это правда, очень на любителя, ребят. Так, давай, дегустируй. У тебя что? Ростбратвурст. Неважно, в общем. Давай. Дай кусну. А почему она такая странная? О, господи. О, боже. Она наполовину как зажаренный сухарь, и половину это как сосиска. Не, ну, и судя по... Дай я попробую, мне просто интересно. Ну? Не. Ужас. Это жесть. Yeah. Aha.
Еще одна трагедия, отголоски которой чувствуются буквально в каждом углу Берлина, это, конечно, Вторая мировая война. Памятник, который производит самое горькое, тяжелое впечатление, это памятник жертвам Холокоста. Памятник представляет собой 2711 вот таких вот плит, которые символизируют собой надгробия. Плиты разной высоты, вот они уже повыше. И по мере поступления к центру монумента, они становятся совсем высокие, достигают в высоту несколько метров. Место, без которого мы не могли отсюда уехать, это, конечно же, Парижская площадь. Тут и Бранденбургские ворота, и отель «Адлон», откуда Майкл Джексон показывал своего ребенка. Самое главное, меня впечатляет вот эта телебашня, построенная в 69-м году ГДР. Дело в том, что в ФРГ строились уже вовсю небоскребы, и надо было чем-то противостоять. ГДРцы построили вот такую телебашню, но выяснилось, что как только поднимается солнце, на телебашне образуется крест. И это в коммунистической ГДР. Ух, немного поплясали, но все-таки я дорасскажу. Так вот, появился этот крест на этой телебашне, и, конечно, в ФРГ начали подшучивать над этим, говорить, что это храм на самом деле и так далее. И дело дошло до того, что правительство ГДР вызывало на допрос архитекторов и выясняли, действительно ли это так. Тоже сильнейший монумент, который меня очень впечатлил. На этих плитах написаны фамилии 96 депутатов Бундестага, которые в свое время набрались мужества и проголосовали против национал-социалистической идеи Гитлера. Впоследствии все они были подвержены пыткам и умерли. Здание Рейхстага, великое и ужасное, многим известное, в Советском Союзе провозгласили главным символом гитлеровской Германии. И даже два раза было установлено Знамя Победы на верхушке этого здания. Сейчас это модернизированное современное здание, где проходят экскурсии со свободным доступом. Немцы вызывают большое уважение тем, что они признают свои ошибки, говорят о них, не пытаются их скрыть. В отличие от нас, кстати, да, потому что мы эксплуатируем эту победу уже 70 лет, а немцы, они признают ошибки, они делают выводы и стараются идти дальше. А сейчас мы едем в одно из самых опаснейших мест Берлина, так называемый Гарлем Берлинский. А здесь каждый день происходят какие-то преступления, здесь без проблем тебе продадут наркоту. Полиция тоже здесь не очень любит бывать, как вы понимаете. Вот, все время патрулируют, если какие-то вызовы поступают, то они приезжают сразу с подкреплением. Если вам наскучили все туристические районы, тогда прошу. Добро пожаловать в берлинский Гарлем, район Кройсберг. Наш контингент. Пацаны, все туристы считают, что этот район очень опасный. И сюда никто не ездит. Все ездят только в центр. Не проблема. Ну, то есть район не опасный? Да, конечно. Да, конечно. Да, ты правда. Чем вы тут занимаетесь? Я люблю... покурить. Я курю марихуану. Yes. Марихуану. Я play sometimes football with my niggas, you know. Сегодня Берлин – это моя страна. Я очень люблю Берлин, you know. And all our family. All people said us that here is many drugs and other things like this. You know, it depends. You can get drugs if you want. But if you don't want drug, no one can force you, so it's... We can just walk in here. You can walk wherever you like. В общем, эксклюзивный контент. Не побоюсь этого слова, наркодилера мы вытащили. С мест работы. С мест работы, да, чтобы задать ему пару вопросов. С работы, с работы. Да. Что можно у тебя купить из наркоты? Видео? Нет, это бруда. Как тут решаются проблемы с законом? Потому что вы тут торгуете все, по-моему. Also hast du Probleme mit der Polizei oder geht es? No, weil ich bin nett, ich bin tranquilo, ich mache nicht Problem.
alle Leute hier in Berlin viel Gras oder Weed oder Marihuana oder Speed oder Kamomilla oder etwas, ja? Alles gut. Das ist in маленьких дозах не страшно. So, but one thing what I can recommend for sure is like there's a German pasta place. They're making German pasta. Uh-huh. Really, really good and quite famous. Okay, okay, thank you. Can I play with you? Yeah. Шепард Фейри. Третий. Мартин Уатсон. Вот его величество туалет. Ни за что не догадаетесь, где здесь вход. Немножко, конечно, похоже на кому-то сумасшедшему. Здесь каждый может оставить частичку себя, как в прямом, так и в прямом. Пойдем оставим частичку себя. Million dollar smile, million, million dollar smile. Sie wollen genauso sein, doch wissen über nichts Bescheid. 40,3, 40, 40,3 Gramm wiegt diese Kette, ich bezahl sie mit den Dollarschein. В общем, Катерина Сергеевна, еще. Ты меня в какие-то злачные места водишь. В Берлине. Я так понимаю, что это один из этих самых заброшенных. Ой-ой-ой-ой, ребята. Вот это серьезная заявочка. Это один из таких заброшенных домов, где не потребуют. Нельзя, нельзя снимать. We make film in YouTube. No, nothing. No filming, because it's like part of thing, you know. It's very interesting, yes. Mm-hmm. Yeah, it's like a place where some people don't want to be. We make not negative films. No. You'd have to ask the guys who run it. Мы здесь понимаем, что и вы должны понимать, что это не коммерческая среда. Пожалуйста, уважайте его. И мы здесь живем каждый день. Мы... Это типа наша обычная жизнь, да. Нам не нравится съемка, нам не нравится фотография. Мы нетолерантны к фашизму, расизму, сексизму, гомофобии. Yeah, и все на сайте. Об этом на этом сайте. Прикол. Okay. Есть еще другой, куда можно. Что это было? Друга сначала. Да. Фух. Что это было? Мы, конечно, многое что видели. Что происходит, господи? Что мы делаем? Я после такого не знаю, что мы можем вообще еще дальше куда ехать. Походу наш трип закончился. Что, куда дальше? Не, ну интересно было бы на самом деле без камер там. Блин, я вообще не могу понять, почему они настолько противятся и агрессивно настроены. Потому что их многие, мне кажется, уже закалечали. Нет, но если мы с положительными как бы эмоциями пришли, мы хотели же просто как бы показать. Кто знает, какие эмоции? Они хотят просто, чтобы их трогали. Это да, все равно, что к нам бы домой, знаешь, пришли операторы и сказали, так, мы тут было так интересненько, давайте подснимем, что вы тут делаете. Да. В принципе, то же самое. Ну ладно, пусть живут все спокойненько. Окей. Мы пришли сдавать бутылки. За вчера мы выпили вот столько бутылок. И поэтому мы сегодня заработаем много денег. Потому что мы пришли их сдавать. Закидывай. Так, ну давай. Что? Кстати, поехали. Сколько за одну бутылку мы получим? По-моему, центов 50. Давай посчитаем, сколько бутылок и сколько денег мы в итоге заработаем. Все, я засовываю, да? Ой, как здорово! Смотрите, что там происходит. Так. 25 центов за бутылочку. Отлично. Ой, да я. Давай, я тоже хочу забросить. Дай большую. Опа! Ой, что-то она не хочет. Не, она. А, хочет? Она ее считала. А, это 50 большая. Ничего себе. Это уже в сумме 50. А, все, я думаю, это отдельно они считают. Все, она
Вспоминаются забастовки, которые ведутся сейчас в России по поводу больших мусорок строительства. И, конечно, на контрасте вот такие аппараты – это вот то, что должно быть, по идее, в каждом развитом государстве. Надеюсь, мы к этому придем в скором времени. Так. Между прочим, заработали мы 4 евро 25 центов. Вот, пожалуйста. 50. Да, вот такая вот история. Так, 19 центов бутылка. О, раз, ничего три, себе. Рубль 20. Да. Ты берешь. Так, раз, два, три, 3,60. О, ну еще даже мы можем. Нет, не можем. Нет, все. Да, все. Даже сдачи еще нам дадут. Представляете, вот сколько мы воды набрали на деньги с данных нами бутылок только что. Мы просто в шоке от того, сколько воды мы получили на денежки, которые мы честно заработали за наши сданные бутылки. Да, такое ощущение, что мы получили ровно столько же бутылок. Мне кажется, больше. Даже, может, больше, чем мы сдали. В это не очень верится, но это факт. Поэтому Германия однозначно лайк. Мы нашли и приехали в самый необычный зал Берлина. Hated the most, so I keep my haters close. Let them know I want to smoke. So much bread, I gotta boast. This burner turn you into toast. Короче, рассказываю. Я тут нашла две комнаты. Одна это сайклы. Тут, значит, выбираешь дорогу, уровни нагрузки и тренируешься на сайклах. А в соседней комнате вообще бомба, я сейчас покажу. Короче, выбираешь тренера. Давай, кого мы выбираем? Йога, подожди, йога, релакс, тай. Total Body Bar. Давай, не, йога. Давай дальше. Опасно, давай. Смотри, подожди. Стрейч. Full Body, вот. Да, ага. Нет, это стрейч. А вот. Буткэмп. Давай дядьку выберем. Старт. Так. Окей. И открывай. Приготовились. Быстрее. Быстрее. Вот что надо взять. Класс, это вообще огонь. Прикольно. А, это она разминает нас. Just run a world with them. And you know we gotta fly with the earth with them. In the town of a chief like turbo no. Shouts for the flow, G herb one on. I just got a cell phone working again. I just got a styrofoam purple again. Never make threats, not verbal again. You already know I'm lurking again. Gonna Backshot right behind the backdrop. Can't stop, turning up like mascot. В общем, мы в восторге от зала, потому что, несмотря на эту всю сумасшедшую атмосферу, здесь очень рабочая обстановка, здесь куча тренажеров. И они все очень качественные, да. Много тренажеров. В общем, респект сети McFit, я думаю, что это их подразделение. Это не реклама, ребята, вау, мы просто реально просто в восторге. Это круто. Берлин их Либедих. Ну почти. Их Либедих. По-моему, так. Ну что, друзья, сумасшедшие дни были в Берлине, крайне насыщенные по впечатлениям, как положительным. Мы успели проникнуться атмосферой. Так и отрицательно. Я очень зауважал немцев после этой поездки, потому что я увидел, что в Германии люди не стыдятся своей истории. Они не пытаются раскрыть не самые приятные страницы истории Германии. Они, наоборот, это показывают будущим поколениям, как делать не надо. И это очень достойно. Ну и помимо истории, конечно же, было огромное количество искусства. Мы успели посетить галерею, как вы уже видели. И помимо галереи, подобные шедевры висят у них практически повсюду. Даже в тренажерном зале, в котором мы тоже, в самом необычном тренажерном зале, который мы успели посетить. Да, причем на государственном уровне поддерживаются все виды искусств, будь то музыка, изобразительное искусство, уличное искусство. Это чувствуется, и это очень круто. Дом для свободных художников Берлин, да? Да, да. Если вы художник, Берлин ваш дом. Люди здесь, кстати, не очень приветливые. Мы половину съемочного дня занимались тем, что мы разбирались, почему мы их снимаем. Здесь все
повернуты на какой-то собственной безопасности. В пространстве, да, собственном. Они все помешаны на своих правах, и везде их качают, выгоняют нас с камерами. Нас даже подозревали в том, что мы порно-актеры, и они очень не хотели попадать в наш порно-фильм. В общем, что нас только, каких приключений мы не встретили на свою голову. В целом, Берлин очень богат на эмоции. Если вы путешественник, такие как мы, вам интересно наблюдать за различной атмосферой, за различными жизнями, то вам обязательно стоит посетить Берлин, причем разные районы, потому что... Копнуть глубже, да? Да, потому что он впечатляет. Ребятки, спасибо, что были все это время с нами. Нам очень приятно, что вы следите за нашими путешествиями. Не забывайте. Продолжайте в том же духе. Лайки, лайки, комментарии. И пишите, что вам понравилось больше всего. Пока-пока.